И продолжим выпуск. Здания, построенные под его руководством, символ прошлого и настоящего. В день архитектуры на стенах мэрии открыли мемориальную доску Вадиму Кремлеву. Он сыграл важную роль в создании облика Курска. Более 20 лет проработал главным зодчим. Вадим Кремлев прошел всю Великую Отечественную, после восстанавливал разрушенный Курск. Дирижер оркестра. Так о нем отзываются знакомые. Дирижер сам вроде бы и не играет на инструментах, но от его работы во многом зависит звучание. И вот он, руководя всем этим коллективом архитекторов, которые работали в разных организациях, вот организовывал таким образом эту работу, чтобы появлялись у нас такие архитектурные ансамбли. При нем сформирован ансамбль Красной площади. Вадим Кремлев был автором генплана застройки города. Архитектурные ансамбли и отдельные здания с его участием появились сельскохозяйственный институт и жилой дом номер 8 по улице Ленина. Работал Кремлев над проектами и некоторых поселков.